Здравствуйте! На сайте farnax.ru появился очень удобный инструмент для расчета конфигурации и высоты дымохода. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом практически из любой точки земного шара, можно зайти на сайт farnax.ru, либо с мобильного телефона, либо более удобной обстановки с ноутбука или с компьютера. И на первой же странице, да в принципе на любой странице нашего сайта, в левом нижнем углу будет значок калькулятора. Нажимаем на него и переходим на страницу расчета высоты дымохода. За основу расчета мы взяли три типовые схемы монтажа дымохода для четырех типов отопительного оборудования. Это камин, отопительная печь, отопительный котел и банная печь. Для примера расчета на мобильном устройстве я возьму банную печь. Подбор дымохода осуществляется за несколько простых шагов. Шаг первый. Нужно указать тип отопительного оборудования, для которого происходит расчет. Далее выбираем тип трубы. Это одностенная, либо монотруба, либо сэндвич-труба, то есть та труба, которая будет утеплена. Ставим галочку. Указываем толщину металла основной трубы. Для дымоходов ОМК, а именно под них рассчитан наш калькулятор, доступны два варианта – 0,5 мм и 1 мм. Далее указываем материал. Ну, тут все просто. Нержавейка плюс нержавейка, либо нержавейка-оцинковка. Второе слово означает материал, из которого будет изготовлена внешняя труба. Выбираем нержавейка-нержавейка. Указываем диаметр дымохода, миллиметров. Здесь уже несколько вариантов. Допустим, для банных печей это либо 115 на 200, либо 120 на 200. Ну, а в некоторых случаях возможен размер 150 на 220. Я выбираю самый ходовой 115 на 200. Указываем теперь высоту дымохода от колосника. Именно от колосника чаще всего и необходимо мерить высоту дымохода. 4, 5 и далее. Берем 5 метров. Пятый шаг. Здесь нужно указать количество этажей в строении. Допустим, у меня один этаж. Шестой шаг самый интересный. Здесь нужно выбрать конфигурацию дымохода. Но для банных печей конфигурация дымохода в данном калькуляторе только одна. То есть классическая прямой дымоход, который проходит через межэтажное перекрытие и через кровлю. Выбираем его. Стартовый элемент. Это тот элемент, с которого начинается ваш дымоход. Это обычная дымовая труба, сэндвич-сетка, бак на трубе, либо теплообменник. Ну, так как я подбираю дымоход для бани, пусть это будет бак на трубе. Здесь же предлагается выбрать, какой бак мне нужен. Выберу бак на трубе ОМК для горячей воды на 60 литров. Итого. На финальном экране у меня появилась смета на дымоход. Указан бак для трубы, сэндвич-труба, ее количество 3 штуки, старт-сэндвич, это тот элемент, который необходим для перехода с бака на сэндвич, оголовок с искоргасителем, шибер поворотный, по умолчанию поставили, монтажная площадка, адаптер, несколько хомутов, консоль для монтажа и самый, наверное, важный элемент в нашем дымоходе – это потолочно-проходной узел. Также в этом калькуляторе мне добавили уплотнитель кровельных проходов, мастер-флэш для того, чтобы я герметично прошел через крышу нашим дымоходом. И финальная сумма указана за весь дымоход. Эту смету можно прямо на телефоне показать в магазине менеджеру, который работает в торговом зале. Он поможет вам ее либо скорректировать, либо что-то добавить, или убрать ненужный вам элемент, заменить, например, бак на что-то другое. Калькулятор дымохода очень удобен тем, что результаты расчета вы можете сохранить в своем личном кабинете, либо сохранить на компьютер, либо на ваш мобильный телефон PDF-файл, который впоследствии можно переслать, либо распечатать. С этой распечаткой вы можете прийти в любой из наших магазинов и уже с менеджером торгового зала оговорить все нюансы вашего будущего дымохода. Калькулятор для расчета дымохода на сайте farnax.ru сделан скорее для того, чтобы помочь вам сориентироваться в огромном разнообразии модулей дымохода, которые представлены в нашем ассортименте. Мы рекомендуем пользоваться калькулятором для расчета дымохода не только любителям, но и профессионалам, которым нужно просто
проконтролировать себя, чтобы не забыть какой-то из необходимых элементов для себя, либо для своего клиента. Заходите на сайт farnax.ru, заходите в розничные магазины Farnax, пользуйтесь калькулятором дымохода, правильно рассчитывайте его высоту и все необходимые элементы. До встречи, пока!